Всех рада приветствовать. Первый заход в Ашан. Наполнителей для маших животных барсика не было. Взяли такой, 55 рублей. Соус терияки 71, а так он 90. На дачу едем цезарь 27. Баклажаны 59, 224 грамма, 13 рублей 42 копейки. Шашлык барбекю 485 рублей. Креветки 429, килограмм 379, килограмм 132. Так, вот такой грудинка свиная бескостная. Это муж все хочет пожарить, 171 рубль. Так, петелина, шашлык, килограмм 649. Потом две помидорки розовые, 109, 574 грамма. Казахстанская кока-кола 69. Чеснок молодой 19 рублей. Хлеб 21 рубль. Хлеб столичный нарезанный. Так, далее. Вобла вяленая 122 рубля, 600 рублей, килограмм 204 грамма. Вот такие колбаски 18 рублей для собаки. Две слойки, с чем они? С персиком 50 рублей. И батон нарезной коломенское. Так, давайте пробежимся. Кока-кола 69, шашлык 361, капуста. Так, капуста 140 по-московски. Грудинка 171, шашлык барбекю 266, креветки. Сумма покупки 1939 рублей. Все, в продолжении видео второй заход Ашан. Это видео будет смотреть, когда будет 1 сентября. У кого детишки, или в институт, или в школу, кто куда. Поздравляю с 1 сентября. Или преподаватели и так далее. Так, поехали. Лиза, 45. Телепрограмма, 46. Зева, туалетная бумага, 8 штук. Двуслойная, 109 рублей. Пеленки, 129. Либры, 100 с чем-то. Комод, 92 рубля. Там 3-4 вида. Босс, 105. Сейчас пока вот колготки со скидкой. Присмотритесь, потому что потом в октябре цены взлетят. Golden Lady, 40 ден, пятерка. 109 рублей. Мимими, там колготки со скидкой. Ну, там надо смотреть. Далее. Вот такая маска. 39. Вот это вообще 30 рублей. Станки Арка 129. Шоколадка России 37. Поменяли упаковку. Хлебцы 37. Дримс 50 с чем-то. Так, салфетки 29 влажные, 41, мама взяла такую книжку, 31 или 27, такой маленький роман. Так, там дезодорант сейчас со скидкой Гарньер, но я вот решила вот такой парфюмированный взять, еще голубой был морской, 129 рублей. 100 с чем-то рублей вот такие решила попробовать, потому что Тена, они микротонкие, мне не понравились. Колбаса 22. Так, взяла вот такие конфеты трюфель молочные, 339, 156 грамм, на 53 рубля. Семечки 64, так они 70, маме взяла. 150, вот такие вкусняшки для собаки. Так, вот такая сейчас со скидкой 17-18 рублей. Дирол со скидкой 19 рублей. Фрискас, не помню, до 15 рублей. Китикет до 15. Вискас остается по 15,90. 38 холс. Сода 28. Если в банке сода 45. Так, из фруктов что-то там особо брать нечего. Но ладно. Слива сезонная 49 рублей. 452 грамма 23 рубля. Виноград черный 129. 340 грамм 44 рубля. Наконец-то свежие хоть томаты сливовидные. Я все хотела, но они все тухлые были. В этот раз нормальные. 26 рублей 448 грамм. Картошка. Давайте посмотрим. По 40, ну, короче, 45 рублей. Картофель ранний. По 66 рублей 40 копеек. Смотрите, какие луховицки в этот раз. Они по 100 рублей. Пару дней назад они были вообще по 140. Я не знаю, почему. Иногда фрукты и овощи, ценники просто в Ашане. Идешь в перекресток в пятерку, там намного дешевле, чем в Ашане. Особенно фрукты. Даже виноград обычный. Так, гречка 78.
Сыр Король Артур. Так, 199, 370 грамм, килограмм 539. Так, он взял какую-то рыбу. Сейчас скажу, форель радужная. 300 рублей, 846 грамм, 252 рубля. Так, вот такой набор лоток. Тут сколько у нас? Килограмм 291, почти 300 рублей. Водичка Калина в Тархун. Ряженка 1,66. Петелина фарш. Паштет испеченный без скидки 89. Мираторг 146. И клинские там были по 145. Пава-пава котлеты из белой индейки. Савушкин 21,22. Сейчас скидка по 19. Вот такой йогурт. Только смотрите срок годности. Видите, он до 7. Ой, до 6 сентября. И Данон вот такой большой по 39. Этот уже 22. Ну, вы сами знаете, сейчас шоколад, чай, все подорожает. Так, салат фунчуза 49. Наш любимый мама салат называется, сейчас скажу вам. Экзотика. Тоже он у нас 99. Так, давайте я немножко сейчас покажу. Взяла вот этот каталог ашановский. Просто, может, кому интересно. Портфели почем. Вот смотрите, пенальчики. Нет, в канцелярию можно для детей закупаться. Но я не стала там обзор делать. Я просто вот в каталоге вам покажу. Папочки. Вон ручки. Самые дешевые 10-19. Вон, видите, не такие дорогие. Ну и фикс прайсе. Вот это очень хороший. Эрик Краузер, я знаю. Вот такие наборы. Ручек море. Вот, мне он такая тоже нравится. Карандаши простые. Смотрите. Даже для рисования недорого. У карандашей фломастеров здесь море. Краски. Они в первый класс точно нужны. Детский сад тоже. Пластилин тоже недорогой. Тетрадочки, смотрите. Вот такие тетрадочки. Обычные 4 рубля. 10 рублей. 18 листов по 13 рублей. А вот такая 7 рублей. Вот такие красивые. Смотрите, на пружинках. Я помню, я блоки в институт такие покупала, меняла. Дневник, вон, 30 рублей. Точилки, смотрите, ножницы. Степлер. Клей. Карандаш. Линейки, вот, обычные. Ну, не так дорого, считаю. Циркуль 259. Везде в Читай-городе, там чуть ли не 400-500 рублей. Даже вот калькулятор. И большой 319. Коробка, ну это я не знаю, такие уже. Вот смотрите, водолазка 249. Хлопок, блузка. Можно тоже брюки. Что тут еще? Ну есть, можно что-то купить для ребенка. Обувь не знаю, но что-то такое можно здесь. Кто-то на Валберес много заказывает, кто-то Озон. Футболочки школьные, ну, на физкультуру, кроссовки. Можно и в детском мире, и в спортмастере. Вот. Так, давайте пробежимся по чеку. Тоже, видите, Эр Краузер. Так, сейчас вам покажу все. Смотрим. Три тысячи 938. Ну, тут еще, может, какая-то скидка. Должно больше было выйти. А, перец, потому что я неправильно пробила. Грунтовой там был по 39. Так, что? Оставайтесь. Смотрите далее. Покупки из Пятерочки и другие интересные покупки. Подписываемся на канал, ставим лайк. Покупки Перекресток. Ну, это, чтобы не бегать. Сахар по 46 рублей. Три пачки.
И молоко по карте Перекресток 64 рубля. Вот, три пачки. Ну, полторы недели. Ну, у нас неделю. Может быть, пачка, может, вот так, половинка уходит. Вот такая закупка из Перекрестка. Ребят, третий заход Ашан. Перец грунтовой, потому что мы будем кабачки по новому рецепту делать. Так, по 39, 872 грамма, 34 рубля 88 копеек. Так, кабачки сейчас по акции, по 59 вместо 89 килограмм, ну, 62 рубля. Так, взяла персик плоский, 3 или 4 штучки попробовать. Но надо выбирать, потому что есть очень уже такие плохие. Так, томатная паста там нужна будет, 19 рублей. Уксус у нас просто срок годности закончился, 39. Так, эти по 79 со скидкой. Подсолнечное масло 89,90. Мука для кабачков, потому что нам еще кабачок ждали. 25 рублей мука, она и в Африке мука. Знаете, особо. Так, вот, кто делает. Так, еще шоколадку прихватила. 38. И две булочки, слойки с вишней. По 35 рублей черемушки. Так, чек. Пожалуйста. Чек.